Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Начинаем мы новый плейлист. Девчонки, давно были запросы, что-то я никак к этому не дошла. Значит, ну смотрю все больше и больше, ажиотаж большой, вот сейчас вот эти вот балаклавы с ушками, вот прям кошмар-караул. Ну, в общем, начнем мы с балаклавы. Хочу сделать три вида ушек. Вот сейчас пока, вот я начинаю, я не знаю, будет ли три, либо два вида ушек. Ну, в общем, это уже вам будет сейчас ясно. Это для меня сейчас не ясно. Значит, вязание руками. Я думаю, уже каждый из вас попробовал. Пряжа у меня Ализе Пуфи. 100%. Что у нас тут в составе? Микрополиэстер. Так, метраж 100 граммах, 9 метров. Ну, в общем, я думаю, вы знаете эту пряжу. Если не знаете, то, пожалуйста. Безумно приятная. Я же говорю, чем дальше, тем больше запросов на эту пряжу. Я буду вязать, у меня два маткасера, у меня их больше. Больше нигде никаких опознавательных знаков. Значит, все-таки вот этот вот 009. Итак, девчонки, вяжется все очень быстро. Значит, ищем край. Вот ниточка выглядит вот таким вот образом. Это такие глазки, да? Вот, и первым делом мы измеряем, потому что вязать вы будете, понятное дело, первую петелечку я вот так вот разрезаю, потому что нам будет за нее нужно привязать. Значит, первым делом, что я делаю? Я определяюсь с окружностью вот этой вот шапки. Я меряю себя. И это 59 сантиметров. Нет. 58, я думаю, нормально будет. И измеряю на 58 сантиметров ниточку. То есть по голове мы определяем. Так, есть 58. И считаю я 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 петелек. У меня, давайте пусть будет 30, одну я добавлю. В общем, на 30 петель я сделаю. Значит, 30 вот этих ячеечек. Здесь я привязываю край. Так, есть. Смотрите. Вот такое вот колечко. И вот она, моя рабочая нить. Здесь у меня привязана. Теперь будем вязать по спирали. Вот последняя петля. Так. Эта петля. Вот смотрите, эта петля уже у меня пошла из основной нити. И вот такое вот кольцо из 30 петель. Значит, что я делаю? Я колечко из основной нити протягиваю первое кольцо этого вязания, ну как бы этого круга замкнутого. Теперь смотрите, старайтесь вот так вот, чтобы не было перекручено, чтобы петля вот эта была развернута, и точно так же вот это, чтобы ровненько потом все получилось. И вяжем весь круг, разворачиваем петли, чтобы было ровное, красивое, не перекрученное вязание. Вяжется все очень быстро, девчонки. Это из серии «Шапка за вечер».
Забыла сказать, пряжу, кто в Украине, можете приобрести у моей подруги. Ссылка будет под видео в описании, в Инстаграме или по телефону. Купить пряжу, идеально подходящую для вашего будущего вязаного шедевра, можно без лишних хлопот. Достаточно просто посетить наш интернет-магазин. Вас ждет широкий выбор разнообразной пряжи. В ассортименте нашего интернет-магазина представлена пряжа хорошего качества, таких проверенных тысячами клиентов-производителей, как Ализе и Ярнард. Мы внимательны к каждому клиенту. Мы бережно и с любовью упаковываем все ваши посылки. Мы оповещаем вас об акциях, скидках и пополнении ассортимента. Мы хотим вдохновлять вас. Мы хотим быть лучше для вас, наших любимых клиентов. Чтобы купить пряжу, обращайтесь к нам. Вещи, связанные с нашей пряжей, будут очень удобными, теплыми, уютными. Будут носиться долго и станут главным украшением гардероба каждого нашего клиента. Покупать пряжу для вязания у нас удобно и надежно. Доставка осуществляется Новой и Курпочтой по всей Украине. Сейчас такой ажиотаж на эту пряжу, неожиданный, неожиданный. Все вяжут эти шапки. Пледы еще свяжу крючком вам такую же. Пусть будет и крючком, и спицами. На самом деле очень приятная пряжа, девчонки. Вы мне напишите в комментариях, свитер, допустим, какой-то или кардиганчик, интересно вам будет из такой пряжи. Мне интересно ваше мнение. Так, здесь вот смотрите, чтобы не перекрутить, последняя петля, видите? И теперь идем по спирали. Мы ничего не, у нас нет здесь начала конца ряда, вернее, оно есть вот здесь вот, да? Ну, сейчас мы вяжем вверх по спирали. Так, что-то тоже смотрите, чтобы не перекручено было, потому что от этого зависит как бы вот ровность этих петелек. Нам же нужно, видите, поворачиваемся здесь, смотрим, чтобы было все ровненько, и вяжем по спирали до отверстия. Так, провязала я, смотрите, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 рядов у меня здесь. И теперь я буду делать отверстие на, ну, отверстие на лицо. Значит, смотрите, здесь, там, где у вас стык, понятное дело, что тут будет видно. Поэтому оставляйте его сзади, то есть я провязала. Так, теперь делаем вырез, ну, отверстие, да, для этого. Вот я так складываю пополам. И его мы определяем примерно, вот смотрите, общее количество петель я делю на 3. У меня их 30, я поделила на 3, это 10 петель. И вот так вот визуально смотрю и определяю средние 10 петель. 1 2 3 4 5. Как правило, вот это в принципе как раз то, что нам нужно. Но мне кажется, все-таки я закрою 9 петель. Вот сделаем меньше отверстия. То есть делите общее число петель на 3 и отнимайте одну петлю. Вот можно не отнимать. Вы вот визуально вы тоже должны немножечко как бы определиться. Значит, я закрываю 9 петель таким вот образом. Вот здесь вот у меня остается рабочая нить, видите, и я беру петли как бы снизу, протягивая вторую через первую. 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 и 9. Так, вот оно мое отверстие. Сейчас на данном этапе вы тоже можете так прикинуть, посмотреть, хотите вы такое или больше. Вот. И берем рабочую нить и оставляем 9 колечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот сколько вы закрыли, столько же вы и оставили. И с 10 колечка начинаем вязать. Вот это вот будет наше отверстие. Вы знаете, наверное, все-таки, вы знаете, третью часть я все-таки сделаю 10 петель. Что-то мне кажется, что 1/3, как я так и вязала раньше шапку в прошлом году, в прошлом или позапрошлом, я так и считала, что 1/3 часть уходит на это отверстие. Значит, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 оставляю. Пусть будет 10. По итогу потом посмотрим. То есть либо чуть уменьшить, но увеличивать не надо. 1/3 как раз нормально. И вяжу далее. То есть здесь у меня 10 закрыто, 10 оставлено. Я их беру опять в работу. Так, вот смотрите, я дохожу сюда до этого отверстия и просто эти вот оставленные петли ввязываю в работу. Смотрите, вот то, что, о чем я говорила, видите, петля перекручена, я ее не выровняла, вот это то, о чем я говорила, она некрасивая. Следите за этим, чтобы петельки, видите, были ровненькими. Следите за тем, чтобы не было перекручено. Так, и поехала по кругу вязать до макушки. Все, мы закрыли петли и мы добавили петли. Так, вот у меня, кстати, 1, 2, 3 ряда провязано, и заканчивается первый моток, и я привязываю, видите, сюда к нему за кончики второй. Делаем это впритык, как бы петелечки, чтобы было непрерывное. Так. И ввязываем в работу. Там, конечно же, с изнанки небольшой узел будет. Ну, ничего страшного. Вы знаете, это такой кайф, вот это вязание этой пряжи. Вот он узелок остается там. И мы переходим на второй клубок. Так, смотрим, где я нахожусь. Смотрите, здесь провязано 1, 2, 3, 4 ряда. Вот высоту. Далее, что я делаю? Я не промеряю в сантиметрах, потому что девчонки, пряжа-то одинаковая. Тут, кстати, очень удобно, что плотность вязания не нужно мерить. Если вы будете вязать по этому мастер-классу, у вас получится то же, что и у меня. Значит, что я делаю? Нить у меня, смотрите, сзади я как бы оставляю. И сейчас у нас сокращение. Значит, я беру вот так вот 2 петли. И протягиваю одну через эти две. То есть сократила одну петлю. Далее следующую я вяжу нормально. Далее снова две вместе.
Раз, два. И протягиваем. Одну нормально. То есть через раз одну просто провязываю, далее две вместе. Так, вот последняя. Значит, теперь, то есть я прошлась по кругу и закрыла по 2 петли. И у меня осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все правильно. Так, оставляю 2 вот этих, 3, вернее, отрезаю и разрезаю вот здесь вот, то есть делаю из них ниточку. И теперь продеваю ее через все петли. Затягиваю, схожу вовнутрь. Здесь делаю, вот так вот продеваю и делаю узелок. Вот эту ниточку можно обрезать. Ну, не под корень. Вот. Вот такая вот основа у нас. Сейчас я вам ее промерю. И на основе вот этой вот балаклавы мы будем вязать ушки. Так. Значит, что у меня по итогу получилось? Длина всего изделия вот на 30 этих 43, ну, где-то 44 сантиметра от макушки. Ширина получается 29 сантиметров. Ну, да, 29-30. И глубина, вернее, ширина отверстия 19 сантиметров. Здесь высота от макушки 17 сантиметров. Вот такой вот размер. Сейчас я вам покажу на манекене. Так, вот она моя красавица. Девчонки, смотрите. Вот видите, это как бы классический такой размер головы моего манекена. Если вам детская нужна, то уменьшайте, допустим, на 28, 20, на 27 петель. Да, это легко. Все очень как бы считается. Вот. Вот эти размеры выглядят вот так вот. Итак, девчонки, теперь у нас по плану ушки. Первые ушки вот такие вот заячьи у нас будут. Для них, так, что я делаю? Я распускаю первое окошечко, кружочек. И теперь смотрите. Раз, два, три, четыре. Начиная с пятой. Раз, два, три, четыре. Вот. Отсюда. То есть смотрим 4 ряда. 1, 2, 3, 4. И сюда я привязываю в эту вот ячеечку
нашу нить в тот ряд, где у нас уже как бы идут сокращения. Так, нить увожу туда, вовнутрь. Ну, это можно, а в принципе она будет и в этом. Значит, что я делаю? Вот там, где я привязала, вот видите, я первую петлю делаю там, раз, потом поворачиваю, смотрите, петля пошла вверх, видите, петелечка, я за нее вторую петлю, два, теперь поворачиваюсь. Вот она боковушка, теперь за верхушечку 3, то есть я вот так вот по кругу набираю 4 петли, 4 есть, сейчас вам покажу, вот они, вот они, 1 2 3 4, вот таким вот цветочком они как бы расположены, и теперь вяжу по кругу эти 4 петли, 2 ряда всего лишь. Раз. 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 Это один круг у нас. Теперь по спирали, точно так же, как основную деталь. Вот она, последняя петля. Вот провязан первый ряд. Идем на второй круг. И вяжем второй круг, эти 4 петли, 2, 3, 4. Теперь мы добавляем через 2 ряда одну петлю, через 2 круга. Смотрите, чтобы добавления у нас были, вот как я начала, снизу, да, как бы ушко падает у нас вот таким вот образом. Вот, и здесь я начинала. Вот здесь я и буду делать добавление, чтобы при том, ну, как упадет ушко, это добавление как бы спряталось, потому что все равно оно маленько видно. То есть здесь из протяжки между петлями я одну петлю провязываю здесь из протяжечки. И от 4 провязываю далее. Так, следующий ряд. Так, вот она, видите, вот эта добавленная петля, я ее провязываю сейчас, и еще один ряд я провяжу теперь. Так, один круг я провязала, теперь еще один круг. Это уже 5 петель у меня. Так вот приходится переворачивать. Тоже следим, чтобы петли у нас были ровные. Так, вот, смотрите, второй круг я провязала. То есть всего 3 ряда. Если считать первым рядом вот ряд добавлений, то всего в одном ряду добавляем, потом еще 2 круга провязываем без добавлений. Снова, смотрите, добавляем, провязываем, довязываем круг. Теперь у нас уже здесь 6 петель. Следим, чтобы эти добавления опять же были, вот видите, как бы спрятаны внизу под ушком, чтобы сверху у нас ушко было красивым. Вот, и длину уха вы можете регулировать,
Вы можете там не 9 петель сделать, а допустим 7. У вас будет короче ушко, просто вот такое вот упавшее. Вот. Ну, в общем, регулируйте, девчонки. Можете сделать большие, вот я видела тоже в интернете шапочки именно с такими большими ухами. Вот. То есть благодаря вот этим добавлениям можно корректировать. У меня вот, видите, вот такое вот ухо. Большое, достаточно большое, объемное такое для детской шапочки. В любом случае, какую бы вы шапочку не вязали, вы это ухо можете сделать как бы любой длины, величины, основываясь вот на вот этом вот, что я вам показала. То есть начиная с 4 петель, ну и продолжаем вязать далее. Так, здесь я добавляю. Нет, еще ряд я вяжу. Итак, вот мои 9 петель, которые у меня теперь. Тут тоже уже на ваше усмотрение 9, либо это 10. Это то, о чем я говорила. Теперь все петли провязываем по 2. Раз. Два. Три. И тут у нас одна осталась, и ее я провязываю со следующей 2 вместе. 4. Так, всего осталось 4 петли. Здесь я 2 колечка оставляю. Опять же, разрезаю их. И продеваю в оставшиеся петли. Так, есть. И затягиваем ниточку. Вот и все, ушко готово. Все очень быстро, просто. Ниточки продеваем туда, вовнутрь ушка. И все у нас готово. Показываю на манекене. Очень даже прикольный зайка получается, смотрите. Мягкий, пушистый заюник. Вот. Следующие, девчонки, ушко. Это у нас кошечка. Кошечка, лисичку можно сделать с таким ушком. Значит, что я делала? Вот одно я связала, одно показываю. Значит, ушко у нас из 6 петель. Точно. Ой, ушко у нас из 5 петель. Вот, набирала я его. Вот последняя петля за заднюю стеночку. Смотрим здесь. Последняя петля за заднюю стеночку. Вот она, задняя стеночка. И теперь смотрите.
Значит, раз, два оставляем. Раз, два, три, четыре, пять. Вот. Всего у нас их 5 петелечек. Практически от верха. Да, не практически, а от верха. Так, еще разрезаем последнюю петлю. Привязываем здесь крепенько. И вяжем. Нить потом проденем. 1, 2, вот она за заднюю стеночку. 3, 4 и 5. Есть. Смотрите, вот два ряда у нас до отверстия. Ухо можно сделать не только из 5 петель, можно сделать из 6, из 7, в зависимости от того, какой величины вы ухо хотите. Значит, поворачиваемся сюда и вяжем слева направо здесь, потому что нам нужна лицевая сзади, а не спереди, чтобы ушко вот так вот было завернуто. Вяжем 1 ряд, 2, 3. 4, 5. Далее поворачиваем сюда. Теперь первой накрываем вторую и провязываем 2 петли вместе. Здесь провязываем 1 петлю, а здесь вторую, последнюю, вот так вот. Так вот накрываем и провязываем. Далее отрезаем ниточку. Одно колечко оставила я, его я тоже разрезаю. И теперь вот таким вот образом среднюю, вот эти две крайние мы друг на друга накладываем, и потом среднюю. Далее берем эту ниточку, продеваем здесь вот. Я ее держу, нет, это я ее не держу, вот она, где она, вот она, видите, вот я ее продела. Я вот так вот захватываю за нее же и затягиваю эти 3 петли таким вот образом. Ну и ниточку сюда куда-то продеваю, эту оставшуюся. Вот такие вот лисьи ушки у нас. Очень быстро, девчонки, все делается. Девчонки сейчас вяжут на заказ. Представляете, за день сколько шапочек можно связать. Эту нить я продеваю туда. И вот такой вот второй вариант шапочки у меня получился. Вот она, лиса Алиса, девчонки. Чуть, конечно, надо подровнять. Но это... Вот она какая. Классная, мне понравилась. Лисенок наш. Либо кошечка. Можно еще и здесь какую-то вышивку, либо носик с глазками придумать. Ну и так симпатично, девчонки, розовенькую кошечку. Я думаю, будет круто. Ну и третий вариант, девчонки, это наши круглые ушки, мишки, Микки Маусы, мышки. Вот все у нас с такими круглыми ушами. Вот. Так, значит... Смотрите, ниточку не могу никак никуда запихнуть. Сюда ей, наверное, нужно. Так, сейчас начнем. Вот. Итак, что у нас здесь? Значит, у нас первая петля. Вот она. Цельная, которая, и со второй мы начинаем вязать и 1 петлю пропускаем. Значит, 1 пропускаем. Так, первая, смотрим, и вот с этой
одну пропускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот она отсюда шестая. Значит, опять же разрезаем последнюю петельку и привязываем. Здесь. Так, и где она? Вот она, отсюда мы вяжем, значит. Раз. Вяжем отсюда. То есть, если это ухо, то отсюда начинаем сюда, вот по лицу как бы. И здесь то же самое, по лицу. Раз, два, три. Четыре, только здесь, видите, мы набираем обе как бы стеночки, берем целую петлю, не половинку, а целую. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Вот здесь осталось, да, один ряд остался. Вот здесь мы подцепили, здесь у нас есть петля, это вот этот вот ряд, и один остался. Теперь то же самое, что мы делали с лисичками, с кошечками, возвращаемся, вяжем ряд, два, три, четыре, пять, шесть. Теперь в эту сторону ряд. Раз. Это вторую. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. И теперь возвращаемся, третий ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть я провязала три ряда. Теперь беру, здесь оставляю два колечко и разрезаю их. Раз и два. О, я что-то не туда разрезала. В общем, берем центральную петельку, две центральные вернее, и делаем вот таким вот образом, накладываем их друг на дружку, и потом поочередно отсюда петлю, отсюда петлю, только сзади складываем, отсюда, отсюда. Вот постараюсь, я не там обрезала, девчонки, постарайтесь обрезать правильно. И вот через вот эту вот дырочку, ой, господи, мы протягиваем ниточку и затягиваем, цепляем ее и затягиваем. Так. Формируем наше круглое ушко, ниточку продеваем вовнутрь. Вот я пошла по краю продевать, не надо по краю, вовнутрь, девчонки. Самый оптимальный вариант. И вот такое вот ушко круглое получается. Все, это у нас Микки Маусы, медведи, мыши. Вот с такими ушами. И на манекене. Так, и на манекене наша мышка, мишка-мышка, вот такой вот. Можно уши разместить вот ближе к этому, сюда, это уже на ваше усмотрение. У меня вот такие вот, вы как хотите. Можно из более больше петель сделать, можно из меньше петель. Вот-вот, девчонки. Такая вот. Понятное дело, что каждый раз эта пряжа не форму держит.
Неважно, но надо будет их поправлять, но тем не менее, быстренько, быстро, дешево, оригинально можно это все сделать. Ну, в принципе, девчонки, все. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. А от вас прошу лайк, репост, комментарий. И в комментариях мне напишите, что бы вам было интересно еще с этой пряжей. Мне интересно, допустим, свитер связать будет красиво. Такой объемный, теплый зимний свитер за день. Представляете? Ну все, девчонки, пишите ваше мнение.